Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и сегодня мы продолжаем делать обзоры на животных из игры The Isle. Я все жду, когда добавят Кицалькоатля и Гирирозавра, но пока их нет, я предлагаю это закончить, пока вот не вышло обновление, закончить видео со стегозавром и анкилозавром вместе. Значит, начнем мы со стегозавра. На данный момент доступно 3 скина данного животного. Значит, первоначально, вот образно говоря, вот давайте если осмотрим скин, такие, можно сказать, немного монотонные пластины, но при этом цвет подобран хорошо. Белые шипы на хвосте и разнообразная окрас. Вот эта вот краска в виде ромбических таких пятен с окаймленными такими черными полосками, как бы, с окаймлением. И хвост, на хвосте такие же полоски, только уже без внутреннего закрашивания. Мне вообще просто нравится. Я считаю, что стегозавр мог быть так окрашен. Вот нравится и все. Значит, пропорции сохранены. Хотя, мне кажется, хвост стегозавра мог быть чуть потолще. Ну, в остальном он высоко поднят, и это правильно. То есть не волочится по земле. К сожалению, он голову опять воротит. Это мне не нравится. Приблизить никак нельзя, это тоже мне не нравится. Так, ну чё, попробуем голос подать. Так, ну какой-то звук у тебя должен быть. Неужели ни одного голоса тебе не добавили? Это очень жаль. Это очень-очень жаль. Жалко. Так, ну атака у тебя есть? То есть тупо стоишь, ничего не делаешь, и хвост сам по себе болтается. А направить голову в сторону врага не хочешь? Просто болтается такой. Эй, пиу! На, получай, кому там, на. Ну, таким ударом скорее сбивать этих рапторов с себя надо. Ну, вот он запрыгнул, он ему хвостом по морде, на такой, и все. Так, а правая атака? Правая атака — это в правую сторону, идеально просто вообще. Смотрите, влево, вправо, влево и вправо такое вообще, да, идеально просто. Просто идеально. Сверху-то он вот такой толстенький выглядит. Вот. Так, ну что еще у тебя есть? Так, это ты раненый, да? Нет, в горы мы не пойдем, пожалуй. Ходит он вот так вот в перевалочку. Так, а бегать ты умеешь? Офигеть. Бегущий стегозавр, это надо видеть. Так вот мы ходим. Вот так мы бегаем. По сути, вообще шикарно воспроизвели. Я считаю, что вот он вот так вот мог бегать, да. Судя по строению тела, так что ты еще можешь? Это давай приляжем, давай так. О, хвостик ты подгибаешь, да? Ой, прям вообще можно с аватарки, говорю, скрины для рабочего стола делать. Кстати, если бы можно было приблизить, я бы сделал, мне кажется. Так, ну хотя... Ну давай здесь приляжем. Я сделаю себе скрин в конце видео. Посмотрите на него. Я вот думал, с какого ракурса, учитывая, что он башку свою отвернул, вот можно и так сделать. Все. Так, что еще у тебя есть? Приседать, естественно, ты не можешь. Как ты это можешь делать на четвереньках? Ой, уберите вот это, пожалуйста. Ну, собственно говоря, все, что можно увидеть у стегозавра. Жалко, что вот он... О! Мне кажется, это не он сказал. Это на заднем плане просто звуки животных добавлены, да. Потому что у него, видите, у него какие-то резкие, быстрые звуки. Здесь был длинный, такой монотонный. Ну, клюв на конце морды я вижу, уши вижу, глазки маленькие. Но мне кажется, голова какая-то, ну, слишком мультяшная, что ли. Можно было получше голову сделать. А в остальном все, меня модель очень устраивает. Окрас достойный вообще. Я не знаю, как остальные выглядят, но этот окрас очень достойный. Предлагаю перейти к скину под номером 2. Ну, собственно говоря, вот наш скин под номером 2. Значит, у меня тут, я сижу перед окном, у меня тут солнечный день, все дела, и поэтому шары бьют, и я никак не могу настроить свои хроматофоры, чтобы они как-то цвет определяли.
Вот. Ну, вроде такой он зеленоватый, сверху синим, что ли, покрыт. Ну, синеватым таким, или прям темно-темно-зеленым. Цвет пластин стал просто более темным, а шипы прям такие белые, белесые, прям их вообще видно. Они первыми выделяются, как бы предупреждая врага, что если что, он оттуда получит. Вот, но окрас тоже добротный, конечно, там покруче было, всякие пятнышки, полосочки, все дела, но здесь он такой стандартный, монотонный, чисто вот он в растительности мог так прятаться, я думаю, от хищников, но хотя стегозавр от хищников-то прятаться какой смысл? Он и так кому надо, по щам надает. Вот. Жалко, что голоса нет. Может, конечно, я надеюсь, что как с майозавром случайно я потыкаю, и он появится, но, к сожалению, не появляется. Будем надеяться, что в скором времени мы услышим его голос. Потому что мне лично очень хочется. А, вообще ноль реакции. Что-то там болтается у него сзади, ему пофиг вообще. Надеюсь, в скором времени все получится. Вот у него. Так, ну, вот видите, еще такие точечки на теле. Это такие остеоциты, наросты костные. Они как бы тоже давали телу небольшую защиту. Это, конечно, не как у анкилозавра полностью покрывали тело. Но... маленькая защита все-таки была. Как-никак. Пусть лучше так, чем ничего. Так, ну, собственно говоря, это был скин под номером 2. Предлагаю перейти к скину под номером 3. Вот и последний доступный на данный момент в игре скин стегозавра. Значит, окрас точно такой же, как на предыдущем скине, только другая цветовая гамма. Те же остеоциты, которые я, возможно, почему-то не приметил на первом скине. Чем мне нравится вот этот скин? Тем, что его спинные пластины немного приукрасили. То есть теперь они не просто монотонного цвета, а на них вот есть такие белые полоски. Они тянутся не на всю длину пластины, но при этом, как бы только сверху, но при этом они как-то ее приукрашивают. То есть он не просто такое монотонное животное в монотонном окрасе, а у него что-то вот есть такое... чем он будет привлекать партнеров и прочее. Что-то вот такое в нем есть, в этом окрасе. Только из-за... собственно говоря, только из-за пластин я его и, как сказать, уважаю. Более-менее нормальный такой скин. Думаю, если бы он был просто монотонный, его немногие бы выбирали. Лично мне вот понравился первый. Вот. Ну, собственно говоря, что? Вот это, собственно, все, что я пока могу показать по стегозавру в этой игре. Теперь я предлагаю перейти к просмотру трех, опять же, доступных на данный момент в игре скинов анкилозавра. Так, ну что ж, вот и первый скин анкилозавра. Вау, как же он выглядит круто, детализированно. Мне не нравится то, что размер у него меньше, чем у стегозавра. Во-первых, ну, мне кажется, они были почти равных размеров. Просто у стегозавра более выгнутая спина, и поэтому кажется больше. Да, все-таки выглядит круто. Что-то... потемнело. Все вот эти остеоциты прорисованы, все вот эти щитки, форма головы, где там расположены шипы, вот по конце, на концах головы вот булава, это все показано идеально. Так, ну, у тебя тоже нет голоса, ну блин. Вообще ни единого голосочка не дашь. Так, это ты раненый, да? Понял. Так, теперь давай полежим. Ну, на один бок перекашивается, а хвост не подгибает, как этот, как стегозавр, потому что конец хвоста это един, там скреплен сухожилие, они просто костенели там, и это был жесткий такой хвост, то есть он не мог сгибаться так вот сильно, как у стегозавра. Так, ладно, вставай. Это уберите, пожалуйста. Ну, понятно. Смысл тот же, что и у стегозавра. И справа, лево, право, лево. Понятно, стандартные атаки. Он бы хотя бы, что ли, я не знаю, как-то двигал телом, чтобы агрессию показывал. А не просто хвостом тынь, тынь и все такое. Так, а как ты бегаешь? Его
Белобег чем-то напоминает анкилозавра из мультфильма «Динозавр». Он там примерно так же бегал. Но окрас лично мне нравится. Форма головы тоже устраивает. Окрас нравится. Во-первых, тело такое вроде пестрит, грубо говоря. Окрасом там всякие полосочки. По сути, он просто белое тело, но с полосочками другого цвета. И сверху, как бы тоже, вот видите, одна полоса по центру, две по бокам. А остальное все серым таким, ну, темно-серым закрашено. Ну и булава светлая. А остеоциты, остальные вот эти щитки крупные, они темные. Очень нравится анкилозавр, как его в этой игре сделали. Ну что ж, это был первый скин, теперь переходим к скину под номером 2. Значит, вот наш скин под номером 2. Значит, тут анкилозавр у нас более такой зеленоватый. Что-то тут резко потемнело, не нравится. Зеленоватый такой, то есть в окрасе вот сверху со спины, сверху если посмотреть, то есть у него получается где-то есть черные полосы. Черные полосы сменяются светло-зелеными, так чередуются они. Остеоциты как бы такими же темными остались, только окаймлены более светлым цветом. Булава с боков стала более темной. Ну, значит, лапки такие светло-зелененькие. Также с пятнами. Будь здоров, сказал бы я себе, извиняюсь. Что-то воронежская влажность идет не на пользу. Просто сегодня, считайте, с 4 утра вот я проснулся случайно. Вот, не знаю, что-то не спалось. В 4 утра я проснулся, и до 11 утра, получается, то есть, считайте, сколько? 7 часов. В 7 часов шел дождь. Просто шел, мать его, дождь. И не просто там капало, чуть-чуть там, вообще затопило полгорода. У меня на севере, в Вологодской области, в Котласской области, все затопило, там пипец вообще, дома плавают, некоторых людей МЧС там вовсю работает, поэтому немного слякой так на меня действует. Вот. Ну, в общем, климат хороший, так, ну, значит, да хватит, ты заколебал, что ты от меня голову отворачиваешь, а? Значит, более светлый окрас, такой зеленоватый, более светленький, болотный даже, можно так сказать. Мне нравится, как вот сзади вот на него так смотришь, как он передвигается. По сути, вот эта броня его, она неподвижна, двигаются только ноги вот под этой броней, поэтому как-то прикольно так. Такая сплошная броня, просто вообще ее фиг пробьешь. Ну, в траве можно так маскироваться в целом, вот так вот еще, допустим. Все, и меня не видно. Ха-ха. Ну, ближе к кустикам, и меня точно видно не будет. Так, ну что ж, это был скин под номером 2, теперь предлагаю перейти к последнему скину, доступному на данный момент в игре, это номер 3, естественно. Ну что ж, вот и последний скин анкилозавра, теперь он такой у нас красноватый, показывающий всем, что он готов к бою. Агрессивный, скажем, такой скин. Вот, значит, ну в целом присутствуют белый и черный окрас, ну и сами остеоциты окрашены, ну и булава также окрашены красным цветом. Шипы тоже вот у него сзади головы, перед ушами, позади глаз тоже красным цветом окаймлены. Просто такой как бы, лично для меня это агрессивный такой окрас, показывает, что я готов к битве, могу всем навалять. А в целом, вот, нижняя часть тела, там вот такие черные полоски, и большая часть это белый окрас. Скажем, фантазия у человека, который их рисовал, работает. Ну, вот так вот он выглядит примерно, анкилозаврик наш. Вот. Ну, собственно говоря, это все, что я хотел показать вам. На данный момент в игре недоступен кецалькоатль, гирерозавр или какие-то еще виды животных. Поэтому на данный момент я вот этим видео показал все, что есть в игре. Как только что-нибудь новенькое появится, вы, естественно, увидите. Извиняюсь за то, что видео долго выходит, приходится все-таки учеба сейчас еще на практику, если, ну, я не знаю просто, когда это видео выйдет. Может, конечно, я еще не уеду никуда, вот, надеюсь. Вот, скоро практика, поэтому, считайте, в июне вы вообще от меня видео не увидите, потому что некогда будет просто снимать.
экзамены, там все дела. Вот, так что довольствуйтесь тем, что есть пока что. Ну что ж, с вами был Дарт Сидиус из Кины, Анкилозавра и Стегозавра. Надеюсь, они вам понравились. Ставьте лайки. Пишите комментарии по поводу того, какой скин вам понравился и какой из двух животных вам больше приглянулось. Вступайте в группу канала. Так что, соответственно, с вами был Богдан. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Всем пока.